Вот смотрите, какое тут молоко клубничное. Здесь очень много, наверное, сахара, да? Всем привет от Оксаны из Алабамы. Ава, зовет Америка мать. Привет все, привет подписчики. Всем привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня я приехала забрать сына пораньше, да. И так получилось, что он был в столовой. Угу. И мне удалось снять то, что им дали кушать. Так что мне повезло, потому что обычно он никогда не берет с собой телефон. Угу. И не снимал он мне. Так что, итак, вперед, кому интересно. Also, I'd like to say, я хочу сказать, что сейчас, как я хочу кушать протеин и vegetables и фруктовый, что я хочу кушать лучше, я кушаю лучше сейчас для мишли и для мой... Для мышц. Мышц и мой тело, да, везде, ты понимаешь, не, да? Ну, школа не кормит нас для этого, они только бросить, что они можно купить, деньги, что government дают они, и это все для школы, ну... Но это не хороший для детей и нас. Мне нужно кушать лучше. Это почему все дети всегда идут и хотят купить такис или hot fries или донат или что-то везде. Никто не учит нас от этого. И я думаю, что это большой проблем. Ну, не очень большой проблем, но вы понимаете меня. Пока все. Американская столовая моего сына. Все. Feed American kids. Окей, чем они кормят американских детей? Значит, это макароны, да, с мясом, зеленая фасоль, сладкая картошка и хлеб. Do you like your food? It's okay. Джесов, давай пробуй. You're trying to record me eating? Да. Попробуй. Ну давай, давай, докладывай мне. It's a little hot. Горячий. A hint too much of salt. Слишком много соли. Ага. And, I mean, it's a great meal for a prisoner, but I don't know about. Хорошая еда. I don't know about 5 stars. 5 звезд не дашь, да? Я смотрю, ты попить не взял. No, I drink water. Я смотрю, у них у всех молоко, разные соки. Соки, молоко дают. Can you please show me that strawberry mink you got? Вот, смотрите, какое тут молоко клубничное. Здесь очень много, наверное, сахара, да? 18 грамм сахара здесь. Да. Еще у них... обычное молоко, 1%, здесь 12 грамм сахара, хотя обычное молоко получается, да? Sorry. Ну-ка, давай, я хочу, чтобы ты вот эту вот попробовал, показал, как она выглядит, картошка. That was so dry, look at that, look how dry to see your apple. Yes, я попросила его показать яблочный сок, который мы одноразовый выдали. Так. Из концентрата, без сахара. Хотя написано 100% сок, 100% натуральный. Сахар, 12 грамм сахара. Причем концентрат здесь Аргентина, Бразилия, Китай, Чили. В общем, все перемешано. Все. Отдай мальчику вот это. В общем, такие дела, такая у них. Правда, смотрю, у некоторых тут салаты есть. То есть ты мог взять и салат, если бы захотел. Я смотрю, ты все слопал. Заряжаю вас на хорошее настроение. Репосты, лайки, дизлайки, комментарии, чтение моих книг.
пусть в вашей жизни все будет хорошо. До новых встреч! Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем вчера.